Всем большой привет! Сейчас я расскажу о рецепте приготовления сморчковой шапочки и сморчка конического в жареном виде. Как он готовится? Его не нужно предварительно отваривать и менять воду. Достаточно просто ошпарить грибы кипяченой водой в кипятке. В нем, по последним исследованиям, не содержится абсолютно никаких ядовитых веществ. То есть нет ни алкалоидов и других ядовитых веществ. Грибы нужно промыть, сморчковую шапочку в воде. Затем ошпарить в кипятке, в кипящей воде. Просто залить кипятком. И сложить на дуршлаг. В сковородке нужно обжарить репчатый лук до золотистого цвета. В лук вывалить грибы ошпаренные, прям не резать их, то есть они цельные. Это полностью, ну, может быть, шляпки от ножек отделить. И все это тщательно перемешать и начинать обжаривать, залив перед этим сметана. Это сморчковая шапочка в сметане получается. Рецепт такой: при обжаривании они появляется вот такой у них цвет немножечко золотистый. И недолго это дело. Чем меньше мы обжариваем, тем нежнее и вкуснее получается продукт. В результате получается вот такой вот нежный продукт. И очень вкусный продукт. Это сморчковая шапочка, обжаренная в сметане. Классный деликатесный продукт. В конце немножко солится он. Не в начале, а в конце подсваривается.